Девочки, доброе утро. Вот каждое утро прилетает, уже привык, что я даю, я уже давала корм, и все равно он прилетает. Уже наглый такой стал, сюда залетает на балкон и сидит, ждет один и тот же. А там он на крыше беленький. И уже давала, и отгоняет всех, сам жрет, никому не давает. Вот эта птица. Ничего не боится. Испытываю свой агрегат. Теперь включила как на дрожжевое тесто. Немножко туда положила всего. У меня есть сосиски. Я сделаю сосиски в тесте, Артём. Сейчас она замешивает. Потом должно стоять. Посмотрим. Буквально там. На чуть-чуть, на 500 граммиков. Даже меньше. Закинула все. Ну, посмотрим, чего получится. Девочки. Отмешалось. Поднялось оно. Я вообще чуть-чуть ложила. Сейчас попробуем. Что будет? Да, одной рукой вытащить нереально. Так, она такая тепленькая. Выковырю его, достану. Я с тестом такой профессионал, аж куда деваться. У меня бы точно ничего бы не поднялось. А тут раз-раз и готово. Все. Готовенько. Это сразу мыть. Сосисочки уже порезала, сковороду поставила, сейчас попробуем. Масло налила чуточку, совсем чуточку, потому что надо экономить. Масло сейчас на вес золота. Ну, такое оно пышненькое. Такое прям воздушненькое. Прям такое мягенькое-мягенькое получилось. Ну, вообще прекрасное. Не то, что вручную, если у меня. Так, потоньше, наверное, сделать. Где у меня? Агрегат батин. Батяня делал агрегат. Так, на два разделю. И сосиску сюда закатим. Вот как-то вот так. Не знаешь уже ребенку, что готовить. Уже не знаешь. Что не ест, это не ест. Знаешь, что это ест. У нас там возле родителей соседка была. Дача у нее. Ну, она продала дачу. Так вот, она ему все время, если делала пирожки, там жарила, то значит для моего Артема она специально делала вот такие в тесте. А его вообще все бабушки любят. Всегда и поможет. Ему всех всегда жалко. Прям мягенькая, такая пушистая-пушистая. Надо будет вот попробовать на куличи. Кто-то там писал, ничего, и без куличей можно. Пасху без куличей нельзя. Хоть мы и не глубоко верующие. Если вам удобно без куличей, то ради бога. А я хоть какой-нибудь магазинный, но будет у меня. Так что не надо там ля-ля.
Немножко, куда деваться? Нас с детства учили. Пасха – это светлый праздник. И надо. Поэтому, если вы не празднуете, не отмечаете, ваши проблемы, что? Если вы атеист. Ради Бога. Что хотите, делайте. Хоть раком стойте. Но у нас так не принято. Хоть что-нибудь, но должно быть. Хоть яйцо крашеное. Так, что, нагревается сковорода сейчас? 8 сделаю. Как-то так. Не знаю, на вкус, но я все, в принципе, добавила, как обычно все делают. Немножко сахара, немножко соли, молочка, растительного масла. Девочки, кто пишет, советы мне дают. Спасибо большое. Я прислушиваюсь, потому что, честно, ну я первый раз с этой печкой. Я без понятия. И книжечки. Мне мамуля ее так без книжечки, без ничего дала. Поэтому я так чисто на свою интуицию полагаюсь. Прям такое. Пушистенькая. Чего я раньше к этому не пришла? Не знаю. Так, все. Первая партия. Закладываю. Чтоб одно тесто тоже не хотелось, чтоб было. Ой. Так, положила. Все, уже начала торопиться я. Вот, лучше всякого Макдональдса. Домашнее. Уже брызгнула опять. А то уж куда деваться. Ой, девочки, камера включилась. А мне не хватило буквально двух сосисок. Она, видишь, у меня сама. Хочет, снимает, хочет, не снимает. Можно было, конечно, и в духовочке. Тут быстренько. Сделаю. Девочки, посмотрите, как раз точностью до миллиметра у меня осталось. Тут дожаривается этот он уже. Готовенькие. Какая ж все-таки. Надо было мне раньше к этому прийти. Ну да ладно. Вот как-то так получились. Обычно я на кислом молоке всегда замешивала тесто. Ну это, думаю, попробую испытать машинку.